Всем большой привет! Сегодня будем готовить очень вкусную брынзу в домашних условиях. Понадобится всего 3 ингредиента плюс соль. Их перечень и точное количество смотрите в конце ролика или в описании под видео. Приятного просмотра! В кастрюлю с толстым дном наливаем 1,5 литра молока жирностью не меньше 3% и отправляем на плиту. Пока молоко греется, разбиваем в миску 3 яйца. Добавляем к ним 300 мл 20% сметаны. И взбиваем венчиком до однородного состояния. Когда молоко станет горячим, примерно 80 градусов, добавляем в него 1 столовую ложку соли. Перемешиваем. И вливаем тонкой струйкой приготовленную яично-сметанную смесь. Не прекращая мешать, варим массу на медленном огне примерно 5 минут. До отделения хлопьев и сыворотки. Затем огонь выключаем. Даем сырной массе отдохнуть минут 7. И откидываем ее на застеленный марлей дуршлаг. Чтобы не пропускать новые рецепты, лайкните это видео и подпишитесь на канал. Когда сыворотка стечет, ставим дуршлаг с сыром в миску. Прикрываем сырную массу марлей. Ставим сверху груз и отправляем в холодильник на 12 часов. Спустя указанное время разбираем конструкцию и освобождаем сыр от марли. Из указанного количества продуктов получается примерно 600 граммов брынзы. Ее можно сразу кушать. Хранить такую брынзу лучше в рассоле. В оставшуюся сыворотку добавляем 1 чайную ложку соли. Размешиваем. Погружаем туда нарезанную кубиками брынзу. Закрываем крышкой и ставим в холодильник. Достаем по мере надобности. Вот и все. Очень вкусная домашняя брынза готова. Приятного аппетита! Если вам понравился рецепт, ставьте лайк, жмите колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Буду очень благодарна за отзывы и с удовольствием пообщаюсь в комментариях.